Снежный полигон на улице Лунная, 4 бульдозера и нескончаемая вереница самосвалов. Круглосуточно они везут сюда снег, который мешает движению транспорта и пешеходов. За одну ночь городские полигоны пополняются на 10-13 тысяч тонн. В Самаре 4 подобных снегохранилища, только эта площадка на улице Лунной может вместить до 550 тысяч тонн. Снег сюда везут из Октябрьского и железнодорожного районов города. На сегодняшний день этот полигон заполнен лишь на 30%. В скромном, но теплом вагончике развернулся штаб. Сутки напролет видеокамера и бдительный контролер наблюдают, как взвешивают сугробы. Мимо не пролетит ни одна снежинка. Подъезжает КАМАЗ. Фиксирует камера. Камера зафиксировала. Подходит шофер мне с путевкой. Отмечаю номер машины. На этом полигоне снег останется до оттепели. Исчезнет сам естественным способом. Растает. Оставшаяся вода утечет в ближайший ливневый коллектор. Соответственно, производится обваловка всего полигона. Формируются валы, чтобы та истающая вода не вытекала за пределы полигона, выходила в ливневую систему канализации. Вместе со снегом на полигон привозятся песчаные остатки, бытовой мусор, который вместе с снегом сгребит с дороги. Значит, все эти отходы, они собираются и вывозятся на полигон утилизации отходов. С начала зимы с городских улиц собрано и выведено на полигоны более 250 тысяч тонн снега. Эффективность работы по его уборке в этом году существенно повышает новая схема. По поручению главы Самары Олега Фурсова, работы ведутся в тесном взаимодействии служб благоустройства и управляющих организаций. Ежедневно на боевом посту более 300 единиц техники, часть которой закупили в прошлом году. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.